В начале апреля банки начали выдавать представителям малого и среднего бизнеса беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. О первых результатах и сложностях мы поговорили с председателем правления МСП банка Дмитрием Головановым. Сколько беспроцентных кредитов на выплаты зарплаты вы уже предоставили представителям малого и среднего бизнеса? На какую сумму? Мы начали с начала апреля эту программу, которая полностью соответствовала программам правительства Российской Федерации, Центрального банка, ВБРФ. И на сегодняшний день я могу сказать, что программа пользуется, по крайней мере, среди наших клиентов большой популярностью. Количество заявок уже превышает 3,5 миллиарда рублей, одобрено кредитных линий на сумму порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Всего одобрено сейчас кредитных линий 462 нашим партнерам. Порядка 1000 предпринимателей обратилось к нам конечными получателями, то есть физическими лицами, сотрудниками этих предприятий. Количество их больше 13,5 тысяч человек. Можете рассказать подробнее, из каких отраслей наибольший запрос? На сегодняшний день наиболее востребованным этот продукт, по крайней мере в нашем банке, у предприятий из сферы транспорта. Я бы отметил, что на втором месте большое количество заявок от спортивных учреждений, фитнес-центров, много очень отелей и, конечно же, предприятий общепита. В связи с последним постановлением правительства, какие изменения о выдаче кредитов вступили в силу? Они позволили нам расширить объемы поддержки. Туда попали средние предприятия, если раньше это был только малый и микробизнес. Второе. Расширенные признаки возможности получения этого кредита, то есть акведы. Уровень одобрения был порядка 70%. И основной отсев происходил именно потому, что некоторые предприятия просто не соответствовали тем отраслям, которые могут рассчитывать на нулевые кредиты. То сейчас уровень одобрения значительно повысится. Многие предприниматели жалуются на то, что этот беспроцентный кредит очень сложно получать или даже практически невозможно. И глава Минэкономразвития под видом тайного клиента обратился в два крупнейших банка и тоже не смог получить беспроцентный кредит. Как вы думаете, в чем проблема? Во-первых, сам по себе продукт для банков новый. То есть банки по-разному сейчас его структурируют. И я думаю, что сложности первых недель, они были связаны с тем, что банки настраивали эту работу. Я думаю, что сейчас это все намного проще. В банках уже выработаны стандарты, механизмы, быстрые решения для того, чтобы одобрение происходило как можно быстрее. Я могу сказать про наш банк, что у нас работает онлайн подача заявки и онлайн рассмотрение кредита. То есть для этого не нужно приезжать в офисы банка. Для этого достаточно через интернет подать заявку, иметь усиленную электронно-цифровую подпись, и кредит можно получить на следующий день при наличии всех документов, которые четко, абсолютно изложены на нашем сайте. Спасибо большое за интервью. Мы сейчас вам желаем здоровья, потому что сейчас это не только актуально, но и самое важное. Спасибо вам тоже, здоровья.